Чем занимается начальник? Работой. Охраняет территорию. Следит за своими конкурентами, которые у него работают. Говорит с людьми. Он каждый раз подписывает бумаги, куда-то ездит. Забирает что-то для работы. Приказывает людям. Начальник сначала должен уметь руководить всем. Детей уважает. Подписывает документы и проверяет все. Начальник, мне кажется, это главный человек на работе. А как вы думаете, какая у него зарплата? Средняя, потому что ему приходится еще деньги отдавать рабочим. Ну и средняя получается, мне кажется, 5000 за день. Всякое бывает, средняя. Средняя. Хорошо работает, много получает. Ну, где-то 2000 или 3000. Это мало. Миллион долларов. Миллиардов долларов. Миллиардов. Я думаю, где-то по 1000 зарабатывает в год. Сколько он дает работникам, столько и он получает. Ну, я же думаю, он тоже вдруг раздает деньги. Почему взрослые часто жалуются на свое начальство? Могут не устраивать, что у них только мне раз в год зарплата. Ну, бывают же начальники строгие и хотят прям руководить. Им чем-то не устраивает работа. Они жалуются, а он хочет для них сделать лучше. Ты не так делаешь. Хочется новую работу. Они что-то неправильно делают, за это их ругают. Думаю, что просто так ругают. Или не дают отдыхать. Почему график такой тонкий? Они от начальника все время скрывают, что они жалуются. Каким должен быть начальник? Опишите мне идеального начальника. Женщина. Я хочу женщину добрую и чтобы задавала много заданий. Понимала нас всегда. Чтобы она была хорошая. Мужчина, потому что он может застесняться, пригласить на свидание, чтобы носик был не длинный такой, а коротенький. Почти как военский, но только в рабочей форме. С короткой прической, как у всех мужчин, и строгий. Кожа не темная такая, красненькая немного. Опухшая. Он начальник, он везде побывал. Такой накачанный. Одежда такая строгая, черная, синяя.